Вас прислали боги? Да, разумеется, боги. Я знал, что они меня не оставят. Мои ученики не разделяли мою веру, поэтому они превратились в падре. Я пытался их предупредить. Разве они послушали? Нет, не послушали. А это и есть Маркус? А, си, си. Меня зовут Маркус Вилла. И кому же я теперь по гроб жизни обязан? Ты меня не знаешь? Блин, чувак, я Логан Картер, знаменитый футболист. Короче, говорят, ты знаешь дорогу в Хендерсон. Хендерсон? Да-да, конечно, я знаю дорогу. Вы вот так просто с ними сражаетесь? А что, если вас укусят? Вы не боитесь? Нет, потому что у меня иммунитет. Нахрен этих больных клоунов. Поразительно. В высшей степени поразительно. А иммунитет есть только у вас? Нас таких пятеро. У нас лагерь в Парадизе. Парадиз? Да, я знаю, где это. Вас поистине послали боги. Удивительно. Однако, боюсь, я вынужден просить вас еще об одной услуге. Всего одной. Моя паства выживет. С божьей помощью. Человек ничем не может нам навредить. Так вот, есть одно место, где мы храним припасы. Но там слишком много инфицированных. Добудьте мне припасы, и я расскажу, как добраться до Хендерсона. Решено. Хорошо. Мне нужны стоящие вещи. Отправляйтесь за вещами. Ошибись.
мне. Нехило им прилетело.
ведь был когда-то профессиональным спортсменом. Что меня? Я оставила в Халае кое-какие вещи. Так, вот твои долбанные припасы, а теперь выкладывай, как добраться до Хендерсона.